Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Шьет. Сегодня я хочу вам показать идею, технологию из ткани жаккард. Юбка по косой нити, трапеция, но в этой юбке есть маленькая такая изюминка, которая придает уверенность и практичность в носке. Это юбка-шорты. Видите, как это обработка? Юбка-шорты из стретчевого шелка, который приносит удобство и комфорт. Вот такая прекрасная технология этой обработки юбка-шорты. Это очень практично, комфортно в носке и также потрясающий результат этой юбки. И я с вами поделилась своими идеями, которые я воплотила в эту прекрасную юбку-шорты. Желаю вам также пошить такую прекрасную юбку-шорты и чувствовать себя уверенно и комфортно. И чтобы эта вещь вам приносила радость. И всем желаю мира во всем мире. И всем пока-пока. Всех благ.